Всем привет! Сегодня у нас распаковка очередного мобильного телефона с сайта AliExpress, и пришла у нас глобальная версия телефона Xiaomi Redmi Note 4. Глобальная версия, это то есть в ней должна быть европейская розетка, прошивка соответственно уже, ну хотя глобальная прошивка и на другие телефоны Xiaomi можно установить глобальные, и там все будет на русском. Телефон у нас шел меньше месяца, очень быстро, и вот как бы такая вот ситуация. Это все отложим, сейчас посмотрим. Продавец положил защитную пленку в комплекте, ну не положил салфеток. За это, конечно, ему спасибо, но вопрос в другом, что я заказал уже защитное стекло на этот телефон. Здесь на правом углу написано 4 64, это 4 гигабайта оперативной памяти и 64 внутренней. Сам телефон еще упакован. Ну, если кто не знает, то пробежимся по характеристикам. Здесь стоит процессор Qualcomm Snapdragon 625. Он изготовлен по 10-нанометровым процессорам. Это техпроцессор. Это значит о том, что энергопотребление его будет уже ниже, чем, например, Redmi Note 4, который на процессоре MTK. Там вот это они очень прожорливые. Full HD 5.5 дисплей, 13 мегапикселей камера, та, которая сзади для съемки, и фронтальная камера 5 мегапикселей. Сенсор отпечатка пальцем, металлический корпус, батарея 4400 мАч. И оболочка MIUI, которая базируется на Android. Здесь написано, что в комплекте у нас можно. В комплекте у нас должен быть сам телефон, адаптер, кабель USB 2.0, инструкция. Ну и все. Больше ничего не должно быть. Вот такие вот у него. Изготовлен телефон 09.2017. То есть меньше месяца назад. Меньше месяца назад был изготовлен, и уже он здесь. Аккуратно. Сейчас я возьму свои ножнички и приступим аккуратно к его распаковке, для того чтобы так убрал я эту пленочку, и мы будем убирать аккуратно, для того чтобы не повредить. Так, и непосредственно распаковка самого мобильного телефона. Я заказывал много телефонов Redmi Note 4, ну вот в золотом цвете не было. И вот сам телефон в золотом цвете. Здесь сверху уже ощущается о том, что поклеена матовая пленка на нем. Вот такой вот золотой цвет для девушек и женщин вообще как бы очень подходит. Но не знаю почему, золотой цвет в мобильных телефонах Xiaomi, он самый дешевле. Если взять по ценовой категории, то он самый дешевый. Телефон как бы отложим на время и посмотрим по комплектации. Здесь у нас инструкция на английском языке. Русского языка нету. Ну и здесь инструкция на английском языке. Никакой китайщины нету. Так же само, как китайщины нету и получается здесь вот. Здесь у нас скрепка, USB провод и зарядное устройство. Зарядное устройство у нас вот здесь вот написано, что это Xiaomi.
попытаюсь сфокусировать. Вот Xiaomi, оно у нас 5 вольт 2 ампера, QR-код, ну и прочие вещи. Так, это мы все уложим на место и произведем первое включение телефона. Сейчас положим сюда и пленку. Произведем первое включение телефона. Телефон завибрировал и получается первое включение. Первое включение, как правило, долгое. И вот логотип MIUI 8 здесь еще установлено. Меняем наш язык. Меняем наше местоположение. И настройка должна закончиться. Пройдет сейчас настройка региона. И как бы все у нас уже. Так, здесь подключимся к нашему Wi-Fi. Так, секундочку. И подключить. Подключили. И проверка сим-карт. Далее. Google аккаунт нет. Нажимаем пропустить. Вы можете настроить Mi аккаунт позже, отпечаток пальцев пропустить. Ну и здесь все закончено. Так, точность геоданных разрешаем. Ну и по умолчанию ставим нашу оболочку. Все, первоначальная настройка телефона произведена. И как бы вот. Настройка завершена. Идет загрузка приложения. Наверное, надо было к этому интернету его не подключать. Что по самому телефону? Телефон как бы очень приятно держится в руке. Здесь справа кнопка включения и качелька громкости. Сверху у нас наушники. Потом этот для управления бытовой техникой инфракрасный порт. Здесь какое-то отверстие, это получается, наверное, для микрофон с шумоподавления. И здесь у нас динамик находится и обычный USB, еще не Type-C. С левой стороны у нас лоток для сим-карт, ну и, соответственно, отверстие для того, чтобы вынимать этот лоток. Вот как бы с этой стороны у нас металлический корпус. Вот здесь металлический, по краям у нас пластик. Он ощущается сразу. Если вот проводишь, то здесь вот такой вот, как бы вроде бы холод берет, а здесь уже ощущается пластик. Загрузка приложения еще у нас происходит. Ну, а соответственно, спереди видно о том, что здесь камера у нас, датчик освещенности. Датчик, камера, датчик освещенности и динамик у нас находится. И, соответственно, есть подсветка клавиш, что как бы хорошо. Настройка телефона была произведена. Можно как бы им работать. И сейчас мы, у нас получается, настроим
посмотрим, какая версия. Уже у нас сейчас сфокусирую, есть обновление компонентов, но нас интересует, какая прошивка стоит. Стоит прошивка MIUI глобальная 8.2, 8.2.10 и вот эти цифры. Какие? Написано, что оперативная 4, 64 внутренний. Со старта у нас доступно 54-55 гигабайта. Но модель Redmi Note 4 нету никакой там, о том, что это Global, то есть глобальная версия. Так получается, что по телефону, ну как бы все нормально, все работает. Все остальные настройки, то есть это нужно тестирование и прочее уже вводить при настройке Google аккаунта и прочих вещей. Вот такая вот ситуация. Вот такое у нас было сегодня видео по распаковке мобильного телефона Redmi Note 4 глобальная версия в золотом цвете. Потому ссылку на данный товар размещу внизу под видео. Размещу ссылку, где я покупал, и там, где самые дешевле сейчас происходит. Напомню, что скоро 11.11, и можно как бы будет заказать мобильные телефоны с выгодной для себя ценой. Потому заказывайте. Кому понравилось видео, ставим лайки, подписываемся на канал, пишем отзывы. Всем пока!